Ну подожди, ну ты так торопишься. Ну, слушай, у меня есть несколько вопросов. Я хотел бы тебе их задать. Ну, какие вопросы-то? Эй, ну давай быстрее. Ну вот скажи, вот почему у машин есть дворники, а у дворников нет машин? Ну вот, а почему для чая есть чайники, для кофе есть кофейники, а для какао нет какальников? Да, ну и вопросы. А почему Аня — это Анна, а Ваня — это совсем не Ванна? А почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол? Слушай, ты это, погугли, а? А почему мы завтракаем, а не сегодняем, а? Вопросов задаешь, наверное, знаешь много. А вот скажи мне, что это за зверь такой, а? Что это за существо? А, ну, это понятно. Это же пчела. Такая полосатая. Что? Пчела? Ну, а кто это, по-твоему? Такая волосатая, лохматая. Да ты что? Да понятно кто. Это же шмель. А, ну, может и шмель. Ну, конечно, шмель, однозначно. Я вот давно тебе еще знаешь, что хотел сказать. Ты когда рыбу поешь, воду не пей. Чего это? Ну, у тебя рыба в животе булькать начнет, буль-буль, глу-глу делать. А, спасибо.